Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Записки журналиста геймера» и читатели одноименного блога. С вами его ведущий Александр Милошенко. В кои веки поздоровавшийся нормально. И мы вновь проходим Одиссею. Сегодня у нас 20 июня, суббота. Московское время 16:05. Но меня тут в любой момент могут отвлечь надолго домашние дела. Поэтому сколько буду играть, не знаю, но буду. Вот так вот скажу. И поэтому сразу же пойдем. Кстати, а не пойти ли нам вот сразу... Не хочу морское делать. А вот смерть после полудня. Вот. Пойдем. Потому что я уверен, что в один из этих знаков вопроса меня пошлют. Так. Дом предводителя. Так. Вот. Что это у нас морской, да, вот. Дом предводителя. Пускай он меня ищет, типа. Хотя как они меня узнают? Это вопрос десятый. Так. Элида. Что тут? Ага. Не дам я тебе повод. Давайте, барышня. Тебе что-то нужно? Меня окружают глупцы, Мистий. Они не видят, как важны комедии. Что случилось? А мы видим. Один меня высмеял. Мол, лишь трагедии — это искусство. А его жена добавила, что никто не станет смотреть мою пьесу. Хочешь, чтобы я вонзил свой меч в его череп? Да. Пусть умрет. Я возьмусь за это. Ты просто герой. Вернусь, когда закончу. Вонзил меч в его... свой меч в его череп. Знаете, звучит эротично, честно говоря. Так. Элида. Пам-пам-пам. Пам-пам. Вот так. Пам-пам-пам. Опа-па. Извините, сэр, вот так вот. За деньгами. Да. Опа. И сюда так. Опа. Тебе что-нибудь нужно? Продать. Опа. Так. Угу. Зазубренный меч, меч разбойник. Продать. Разобрать. Продать. Вот так вот все продаем. Продать, разобрать. Так. Вот с броней как-то мне так. Совсем. Вот. Разбойника. Разобрать. 74, затонувший. Продать. Винский разобрать.
Тимки наемник. Продать. Так. Следопыта разобрать. Придется продать. Сощина. Опа. Продать. Победителя. Ну окей. Пластинчик. Так. Раз. Бойца не хочу быть. Опа. Опа. Раз охотничего. Так, ассасина оставлю. Спартанский, финский, опа. Спартанский, хоть как-то почистить. Так, демосфина, древний царь. Финский, опа. Опа. Так, опа. Опа. Ну вот. Меньше вещей будет. Так, хорошо. Лучше. Поехали. Сила Прометея. Есть. Рад тебя видеть. Так, кто у нас тут? За деньгами, да? Давайте за деньгами отправимся. Потом еще и новое задание возьмем. Платите, барышни. Снова ты? Ты убил его? Конечно. Ты храбр не только с виду. Спасибо. Возьми. Рад помочь. Опа. Yes. Смерть после полудня. Так, а ты все на сцену. Ха-ха. Ну да, ну да. Что надо в театре играть, что ли? Сейчас посмотрим. Вау. Тут реально сцена. Угу. Давайте видео сохраним.